Или вы прошли ВК 50 на 50? А, то есть, пока мы были с вами в рейде, у этого мудозвона все лагало. И так, и сяк. Мы вышли. А, ты блокером был. А, ты ладно. Блокером был. А. Ну, понятно, блядь. Понятно. Блять, я ж чарку не поменял под кару, блять, у меня резист просто. Да, ну, меня прошибало что-то, я пошел зачарил, ой, зафармил чарочку. Блять, на роге зафармил, реально, на роге, блять, запы одену, блять, с сопротом. На ДК, блять, конечно. Да, резист сломан, это правда. Убивать. Резист шмотки собирать хуйня, иди, Макс. Да, да, я не прав? Он не сломан, он просто это, ну, его нерфили. Постоянное значение. А раньше можно было типа флипать и это... И просто проходили, типа, ну, на то. Так а чё, мы не зря расчистим? Мы не зря расчистим, парни. Вот хуй его знает, я не знаю. Пари по фарме. У меня никакого... У меня нахапали КД, кстати, если чё. У меня план отмены. Ну, у нас и приста бы не было, блядь. Ну, приста, наверное, можно как-то найти. Хотя, блядь, я залагал. Чё, я не знаю, у меня, блядь, ещё фризит по КД. Сова тоже нужна, совы хуйня. Чё, парни, РО? РО, кстати, охуенный вариант. Прям вообще заебись. Мне, кстати, вчера так понравилось. Ну как сказать, вчера. Уже сегодня так понравился ваш способ собрать ЦЛК. Чё, суманите меня. Какой? В 10 часов по МСК, блядь. Ну, это Яша. Это не наш, это было этот. Мне Экодру пишет. Полное неуважение к сибирскому этому времени, да, Лорич? Где-то там. Я такой зашел, спросил, ты что, блядь, ебанулись, блядь, наглухо. Блядь, ну ебаный. Такое пусто. Время собирать. Прилагает. Бля, парни, гойру! В пизду! Лорич, ты в Сибири или где там живешь? Конечно. Ну, у тебя сейчас солнце. Да я вообще ни при чем, сервер, а? Говна. У тебя сейчас солнце или какая погода? Нет, у меня уже темно. Пол девятого вечера. А у нас вон в Гомеле сегодня весь день метелится, блядь. В Гомеле там, блядь, прокрутка нахуй за один брюль, блядь, за 30 тысяч. Один брюлик, это сюда. Это знаешь, я на позапрошлой неделе уже в этот... В Российск Енисейском ездил. Да, вообще это прекрасно. Манить меня. А тут в Красноярске ходишь, у меня солнечно, блядь. На... Ну просто, блядь, секунд на 15. Жалко, если все растаяло. Гофконы, парни, любые. Там прогресс 8 из 12. Дописали в DC уже. Дописали мы ему уже. Не знаю, блядь, чё.
Че, он обиделся или что? А второй маг у нас вместо... На что? Не знаю. Да, если честно, looks like залупа. Никому ничего не надо, блядь, только печеньки. Го, блядь, погибель, ёбнем и в пизду отсюда. То есть, ну что? Согласны? Кстати, который собирал ему волонир, был исключен с гильдии. Так а мы же у нас отбился или что? Мы ему можем в этой гильдии собрать волонир, блядь. Но. А там, кстати, на прошлой неделе до Ульду после этого ходили. Да, мы идем, блядь. Иди дальше, блядь. Коню ебаному иди. Да нахуй нам конь. Блядь, давайте хорошо нахуй. Кто нахуй хочет не идти на фул? Кто хочет не идти на фул, жмет галочку. Кто хочет, блядь, на фул, жмите крест. А еще у меня да и нет. Галочка. Галочка, кто хочет только на ебаную там погибель, условно, там копыта и съебаться. А еще у меня только да и нет. Хочет. Что значит да и нет? Ну, это все очень интересно. А можно голосование? Ты включил, нет? Я дал. А, да? Да. Надо что-то да зависает вообще. Да, видишь. Голосование. Окей, все, пойдемте. Ой, блять. Ури, что ты там? Ури, Арислин не ответили, не знаю. Так у меня нету, блядь, голосования, потому что... Что ты не нажал бы? Давай, скажи. Он бы вообще спать пошел бы сейчас, блядь, прям сейчас. Да, пошли. Ну да. Да, Стинг, пуляй аккуратно. А чё? Го убьем погибель, го убьем этого копыта и все. Можем через подвал сходить. Кстати, да, го через подвал. А да, мороз не надо. Го через подвал. Надеву тапки. Ну, сейчас пролагают, нахуй. Да хера целка тебе, объясни. Да. Ауды. Не, мне сходим. На пола нет, аккуратно, блядь. На пола нету. Чтоб ты понимал, я себе закупился на фулл там АД, там я не знаю сколько, 50 косарей, у меня еще сотка осталась. Не, просто не продавал. Ну так. Продавал по мелочевке. Я даже, наверное, не продавал, просто типа на своих, на твинфо всякие там камни, ну или все там камни. Я бы сходил целка, но... Ой, первая что? Лагает, блять. Топоры хочет слечь, или что там, или тагашка. Сервер точка не прав. Мне для начала, чтобы у меня была, сука, проходка в ЦЛК ХМ, блять. Все, парни, ждем X6, World First, да. 80 левел делаем, согласны? Заготовиться. World First. Да. Один сделали. На X6. Только нормально, чтобы когда мы пока качались, какой-нибудь чела просто чипалаха не дали и не сказали спать идти. То есть Мирай не берем. Мирай не берем. Да у нас тут только глю, получается, не пришел еще. Глю, так скажем, единственный, кто не предупредил. Ничего не написал. Сляка, ну это такая Яша не в статике. Ну Яша, да, Яша типа. Яша еще ладно. Сляка, чего, сляка. Яша так как бы ладно. Он там не написал, что не хочет, типа, ладно, сейчас. Яша, да. Он вообще по приколу ходит с нами. Я тоже с вами по приколу. Ну как по приколу? Вообще он за топором всю жизнь не ходил. Ну, парни, я с вами по приколу хожу. По факту в данный момент. Как же вам похуй, блять? Ты заткнись, мы тебе все заанролили, ты. Догоного-то. А, блять. Я тебе плечи тоже отдал. Потому что они тебе не нужны. Рассказывай. Бля, ну чел, я, кстати, предложил с ресторана пойти за плечами мне. Мне нужно смотритель очень сильно. Да парни, блядь, как. Нахуй вам. Парни, нахуй вам вообще кара, бля, сервер загнется через 3 недели. Опять идем играть. Че не факт, блять, уже играть некому, блять. О чем вы говорите? Сервер мне. Че некуда, кого он собирается? Просто будет чисто PvE, ну, да. на РТ и все. Да, к сожалению, ЦЛК ХМ типа, выходит, гум или гзы, может быть, убивают, не убивают, уходит на X5. А больше некому. Кто контракт закрывать не будет.
просто понимаешь, даже я ощущаю то, что типа уже не то, блядь. Их 5 есть, все нахуй. Это козь города ебаная. А нахуй уже. Понятно, что у тебя, блядь, неделю назад сер вышел, говорит, а что-то не то, блядь. Действительно не то. Че? Ты не беспокойся. А ты подумай, хуйня, это, когда ты весь закончится, этот хайп, люди, ну, обратно уйдут на Афу. Ну вот реально, вот так вот же говорят, уйдут на Афу, и чё потом? Думаете, тогда так X4, много людей сафейпа, то, что люди уйдут будет... на Афу, это никак не связано с хайпом, это связано исключительно с тем, когда Blizzard вернут его в Россию. Да. А это типа, ну, это будет, ну, максимально в рандомный момент, либо этого не будет. Типа, да, будет это. Ну, бля, чины, ну нахуй, вы, блядь, до следующего года не доживете, бля, в радиоактивном пепле сгорите, нахуй. Чёрт, какие расширения все. Не знаю, мы в Беларуси, может, как-нибудь отсидимся, блядь. Ага, отсидимся, блядь. Как вон там опрос сделали? А ничего, если это, бомбы по вам ебанут? Да ничего, переживем, блядь. Переживем. Ну, нас это не... Страна большая, спрячемся. Тихо, мне написали. Привет, Wing of Death с X2, не помнишь, со Светой в героях были. А вот, Синка, а вот ты мову учи, потому что... Что мне ему написать? Что мне ему ответить? Чё, я? Да, здорово, Саня. Родовное имя напиши. Синк. Что в шоколад? Потому что это, ВСУ пойдет на Москву через Воронеж. Так что готовься. Я теперь... Я буду гражданином, как бы, Украины. Вопрос? Нет! Блять, вернитесь, блять, развернитесь! Развернитесь. Хаку! Ты там спроси, Воронежская область Украине не нужна там случайно? Хаку спроси. Ну, у меня надежда только на одно, будет бомбить Москву, Примосковье и так далее. Да Москву, блядь. Жалко, зерут! Ты за что, блядь? Это милики еще без бафов, блять, я в ахуе. Они, блядь, умирают как твари, ебаные. Ну как, за как, что? У меня мама умеет, а я не умею. Что я делать? В Сибири, я и так в ущербном месте живу, так что здесь. Научусь. Придется. Японцы же пережили, блядь, бомбы, нахуй. Да, видишь? Там две небольших. Смотри. Хуяси небольших. Нет, ты походу путаешь Винга. Да нет. Ваня был. Там совсем другая, блядь. Я не угадал с именем, он был Ваня. Блин. Там же не ядерная бомба, а атомная. Сим. Не? Да, там другая, там сейчас же эти водородные, как там. Ну, типа, так, ладно, что ему ответить? Да я забыл уже. Блядь, есть кто-то арктический мех, есть у кого-то? А есть курсы по произношению слова... Пляница. Да. Что, может, делать захватить мне там запад? А, ты плюс-минус правильно сказал, не? Какое дело? Зачем? Кому? Запики. Кому они нужны? Вам? О, Ури, сейчас подожди. Сейчас болезнь раскину. И надеюсь, не сдохну. Придется тренироваться, Лукаш, на что же там, блин, нос твой засунул, блять. Поляница. Блять, вот сейчас тихо. Просто я к чему, я у меня так же, как и там ШП ДЦ, но он 240 плюс Т4 шея тренька, но ДК, который собирал в ГИ, меня отшил. О, минус ТГ. Они все изобличивают. Я бы на РТ также приходил, когда смены суток. Либо облива словила хаку в это, блядь. Печчели. Чем мне ему писать, я не понимаю. Напишу тоже какую-нибудь рандомную хуйню. Поляница, чуешь? Ты, ну, на экзаменом ходил. Он ни одной запятой не поставил, я вообще никакой не писал. Стинг, в переводчике, блядь, вбей. Да я видос включил, как чел говорит. Он говорит, чую я кажу. Я говорю, чую. Поляница. Чё? Скажи. Поляница, вообще не на мне. Поляница. А, я там сложно. Подожди. Блять! Чем? Что ты орешь, как недорезанный? Больной ублюдок. Ну реально больной, нахуй, вообще. На голову. Украсить. А, поляница. Пойдет? Кринж.
Не, нихуя. Можем на деву запрыгнуть по-быстрому? Нахуя? Поляница. А пидран по дереву? Хаку тоже нужно. Наверное. Бота, что ли? Не, ну я бы за запами заходил туда. Да, ну пошли, пошли деву, НЕГРЫ ПИДЕР! Да, блин, замуть его нахуй, пожалуйста. Меня уволили, блядь. Я по-моему замутил, у меня прав нету. Ты в России живешь, блядь, о чем? Сагро осторожно, блядь, у меня урона два раза меньше. Ко мне теперь вопрос. Мы берем какого-то рандомного экодру? Или чё? Да, чё, чё делать? Так а чё, нахуя? Ну... Блядь, я не убегаю, я не знаю, что с ними делать, блядь. Мне кончились. Мы же собираемся, это дева, блядь, получить, блядь, говно, ну, какое-то ебаное получает. Получается. А вдруг какой-то чел зайдет? А слякоть не говорил? Слякоть на или РТ. Или он сам что-нибудь его? Слякоть уже там на РТ, он там в этом ВК. Пиздец, какой там нахуй РТ, блядь? Ну, 16-40. Энкшити типа здорово. Вопросов зиро нахуй, ладно. Поставили РТ, типа, 16-00. А Борлон, чё он там? Кто такой Борлон? Борланд на заводе там смену отрабатывает. Правда. Чё-то на этом кадре, блядь, резко все пропали. Ну, бля. Совпадение, да? Реально. Я говорю, серф мёртв. Это вот это онлайн, это накрученный. Из вариантов что-то типа пересобрать. На кого? Чё пересобрать? Я бы на хвальчики походил. Я хочу. Ну, Ян ДК только. Ага, и получается, Фенрир ДК танк, Яшина Роги, ладно, может, придет еще побампить, а ДЦ берем Миловицу, правильно понимаю? Или Мейк Лав. Миловицу и Поляницу, блядь. ДЦ не знаю откуда, где-нибудь поедет. У меня ДЦшник есть. Можно попробовать. Ну, мне отсюда еще много шмота надо спиздить. Войт, Войт, ты мне кажется, в соло скоро с Карус можешь сходить. Просто 10. Да, если бы с одного камня. Не думал когда-нибудь 10 себя склонировать? Ну, я думал, хули. Когда вайпался на Синдрена. Ты, кстати, каждый раз об этом думаю там. Ну, это точно, блин. Вернись, дура, блядь, куда ты? Я решил прогуляться. Блядь, у меня какой-то... Ой, Синдра, я забыл. Дура, а, что? Я в подчинении. Блять! Плохо мне сейчас. Умри уже, ёбана. Согласен, умри. Бля. Где у меня змеи всякого, блядь, не выставлен его, нормально шел. Да хватит сало кидать, ёбище. Я не могу лужу кинуть. Я нашел, короче, какой-то сайт, в котором типа произношение слов есть украинских. И тут, короче, человек 20, наверное, голосовые свои записывают, мужчины и женщины, как они произносят слово. Прикольно. Все, нам хапал надо. На реслин. На реслин пойдет хапальчик. Без ретрика получается. Да нахуй нам ретрик, ну так сильно. Короче, негры пидоры, типа, ну, без вариантов. А сосад чё, логово никсе? Знаете, пока дальше почистим, сейчас надо подумать, чё. Нахуй нам на пулы, блядь, действительно, нахуй их. Да я... Нахуй вы нам кара, погой тебя пампить. Босс, я без на пула потанчу, блядь, трэш такого пампить. Я из пидорского Накса ради вас ливнул, блин, десятки. Из пидорского? Да, у меня чел там на хэпальчике, блядь, колечко Критхат спиздил. Плащик, дух меткость спиздил, блядь. Еще половину шмота дух меткость тоже спиздил, блядина ебаная, нахуй. Такие бездари, нахуй. Подождите, блядь. Не вливайтесь, пожалуйста, блядь. Я что, пиво, блядь? Вливаться. Вот такая пизда сейчас будет, если вы просто валяете. Да попуй, суицид. Я могу сделать себе суицид, нажав одну кнопку, хочешь? Мастаунт? Да. Не, там не одну кнопку жать, один порез. Порез по вене, надеюсь, блядь? Можно по городу, ебан. Вена такая, блядь, вдруг кто-нибудь спасет еще. Знаешь, порез по горлу тоже не факт. А, да? Ага. Я толстокожий.
Похуй, кровь-то вся вытечет. Ну ебанись я топором, не знаю, чуть, чтоб пол шеи хотя бы снесло. Фу, реально, слышь, гильотину сам себе сделал, ебанул нахуй и все. Быстро и безболезненно. Великий дома. Да, я вот не знал, вот если бы я сейчас был бы, если бы я на ретрике бы сейчас был, я бы точно так же бы делал, я бы подходил, блядь, крылья подрубал, давал бы бури. На ханте так же делаешь. На ханте я на пул жму теперь, я чё-то не умираю. Это пока. Пока, блядь. Пока, ливай наконец-то, нахуй. Ебашь, не грилу! Блядь, еще раз, пожалуйста, еще раз, еще один. Пожалуйста, ты еще один смерч. Сука, похильте меня лучше, смерч. Я тупой идиот. Ой-ой-ой-ой. Что похилить? Я единственный хил, блядь. Ну, у нас есть шаман. Нахуй похилил. Бури, там, кнопки. Шаман занят тем, что молнии в меня кидает, блядь. Блядь, я тебе мог просто ракету въебать, ты б сдох. Пиво. Не, ну, блядь. Может, арест инспектнется, он все равно мордой в пол. Да и сына нагрели. Я знаю, что мне надо одеть. Мне надо вот это одеть просто. Я один гадюки надень, блядь. Идёт нахуй. Да, кстати, это супер, вообще гуд. Гуд, супа гуд. Я закону лайк вообще ставлю. Али, супа гуд. Чё мы делаем там? Кого добирать? Да, Эро делаем. Эро, всё, бывает. Просто пацаны собрались, трэш похуяли, часик. Репа-фарм. Была бы еще репа, блядь. Напиши сосаду Ливай, пошли на два босса. Уже на два, правильно понимаю? Долгонок твой. А, ну три на три. Пиздец. Ну кто? Погибель, Смотритель и Дева. Давай там супер-мега-бус реально будет нереальный. Еще это спек не варя, а реслинчик будет в хп-пальчике. РТД сетапчик. РТД фул РТД сетап, я говорю, я ванхолики, тебе дар 13 не надо кидать. Зачар мне это? Ванхолики подох. На погибели, нет? На погибели? Да нет. Сейчас подожди, посчитаю. Да не? Тычка, бим-бим-бам. А, что у меня в ПДК добавляется? Кровь и всё, нихуя, блядь. Тут у меня купол, вот, блядь. Вот, пошли. Да хоть мой купол, блядь. Иди заливай, нахуй. Бля, мне бы узнать, нахуй. Есть куда гоблины? Куда мог, блядь? Переведите его сюда. С чиной гоблины есть на этом? Обостранном X5. Сколько ракетка, блядь, дамажит? Нету гоблина. Да, жалко. Сука, встаньте подальше, там без фиров, блядь, всех нет. А кто фиряет? Без вообще? Фиров. Это Зеро нас фернул, да, всех? Нет. Да, престовский этот фир. Ёбище, блядь, почему... Это не почему я, ебись от меня. Почему все Синга пиздят? Да ты в контроле был, ты не управлял, блядь, ненормально, да, нахуй. Подать. Геру, на! Куда ты? Сука, ты так вовремя сейвишь, я в 0-1 ракетку кидаю, там чуть-чуть не хватает. Сначала бить не хотел, потом смотрю, он меня... Там два сапрота было, блядь. Сосите кейтер. Ну я просто думаю, блядь, убивать или не убивать. Потом, когда уже решаю, что ракеткой надо убить, там уже все, поздно. Света лох. Это чё? Почему им похуй на меня, типа, я вообще не понимаю. Им всем резко похуй. Там... Ну я его, типа, взял, но похуй. Кайрмак, там. Там не самый хуёвый чел, хотя бы пошмут. Да, у нас Эро. Куда ты набираешь людей? Что, Эро уже? Ну да. Надо? Конечно. Эро из статика или гильдии? Там все. Себя на форуме. Это общий Эро просто, типа, на похуй. Просто жопу удаляем, да? Эро X4, парни. Если демовые. Да не, ну если... Я правда не знаю, ещё на ком, может на хпальчику. Ну, сегодня после ванны пойдем. Ванна. Валя Синдралич, наверное. О, хуярьте! О, это не я это. Я один хил, ёб, блядь, да? Что у вас в голове? Какой долбоёб? Какой один хил, блядь, если... Ещё Синга нахуярили. А, блядь, если бы шесть прикосы. Наебал получил. Вот это правильно, вот это я одобряю. Ясно, блядь. В эфире дай БР. Он встал. Тебе дай БР? Да, мне. Не давай БР.
Пусть бежит этот бес грибучий. Блять, уёб, где мобов забирают, уёб. Никто не забирает мобов, блять. Уёб, на самом деле, стаунтов нету. В смысле, он... Блять, не гриву на уёб. Помнишь анекдот про цирк? Не знаю, анекдот про цирк? А, да помню, ты рассказывал вот этот фриковский анекдот, блять. Какой из? Ну, про цирк. Ну там типа, блядь, пидорасы, там клоуны, там. А потом объявляют. Цирк уехал, а Войт остался, блядь, что сделать? Потом объявляют, типа, смертельный номер, там прыжок с подкупола, блядь, без страховки, там. И там этот говорит, пидорас, и куда меня тащите? Блядь, не надо повторять эту шутку, блядь, пожалуйста. Это пиздец. А я послушал. Не. Отдельно войска. Бля, надо Пашу позвать, чтобы он рассказал про эту, блядь, про записку вот эту ебанутую. Блять, какую, подожди. Там анекдот про записку, блядь, на 5 минут, когда он там что-то какой-то остров запал. Блядь! А, от бомжа. Анекдот про записку. Это тот самый, блядь, анекдот на 5 минут, охуеть. Идет мужик по улице, вдруг к нему подбегает человек в плаще, сует в карман листок бумаги, говорит, сам не читай, никому не давай. И был таков, мужик пожал плечами, блядь, и вот пошел дальше. Больше, про записку забыл, возвращается домой. Не жена видит, у него из кармана листок бумаги торчит. Она спрашивает, а что это? Да понимаешь, говорит мужик, подбежал ко мне на улице какой-то тип в плаще, говорит, сам не читай, никому не давай, и убежал. Дай-ка посмотрю, говорит жена, достает записку, читает, вдруг как схватит скалку, а ну-ка убирайся прочь из моего дома, бледина, и спустила мужика с лестницы, сидит мужик у подъезда, горюет, недоумевает, мимо идет лучший друг, видит, тот сидит, горюет, спрашивает, что ты такой, за что ты ливнешь? Наконец-то, блядь, закончилось. Блядь, я даже по части... Это, блядь, это процентов 10 максимум этого анекдота. Давай я дальше 15. Рассказывай, похуй. Там 15. Прям на пуле рассказывай, поебать. Деда негодует, блядь. Пойдёмте к этому. К этой детке. Ну, собственно, у нас тут охуенный состав, кстати. А чё, мы на Гиме идём, да? Сейчас мы это убьём Деву. Да вон там бойчик Фаера, он ты во Фроста, Хаку в Аркана, блять, хуярь, там все фул бафы там, бабам бим. Я в Фаере, Хаку во Фросте. Сами, блять, короче. Ты идешь нахуй сейчас. У меня, блять, в рейде 3 мага. Десятки, блять. Куда идти, я потерялся, блять? На Деву. Иди нахуй. Нахуй я вам Дева. Нам не зачем, бойчику надо. А кто ушел у вас? Кто, блять, Глю решил, что ему похуй? Слякать не в РТ сегодня, ну вот, типа. Парни, я в ЦЛК 25 в понедельник не смогу прийти. Бедная Лиса. Почему? Мне похуй. Не, ну что-то, если типа придут условно человек, блядь, 15, я реально розовый ёху дохуярен. Это нероху. Так, сумоню, блин. Да. Похуй, они пришли. Покачали нормально. Ясно, блин. Кстати, если мы чисто DS спиздили, продали нормально. Да, типа чисто DS-ики пришли, спиздили и продали. А что, уже продали? Да, там сколько там? 5 на 38 это. Короче, блять, много. Где то сидит, плачет. А где деньги? Где? А я знаю, где деньги. Если ты уебище не отдаст деньги, я его забаню. Кого? Что? Он же кинул нас на это. Трейд! Деньги, давай! Реально, кстати. Какие деньги? Что, блядь? Потом. Как уебани сколько? Деньги за ДС, давай! Деньги за ДС в гибанке лежат, блядь. Да, он... Бля, парни, надо разворовать гибанк фастик. Как раз потом... Хаутер. Кстати, хорошо, слушай. Блядь, я, сука, поставил на 2%, то уебище, он громкое до сих пор, блядь. Парни, согласитесь, нужно потом будет просто, ну, по приколу собрать себе этот. Что делать? Ты чё мне суёшь, блин? Сколько там пыли надо на запу? По 9. У нас 45 СПД может сделать запу. Вот эта хуйня тоже делает, да? Я могу, да. Парни, надо, короче, эрогильди сделать, собрать пугасиков в ЦЛК 25, забрать ДС, и потом их продать, на всех попилить, потом менять с X4 на X5 бабло.
Короче, ты ебанулся, что ли? Может, на следующий. Слышишь, вы себе Рофлыча забрали, Рофлыч покидает гильдию. Кто это? Блять, Рофлыч, нахуй. Блять, если у меня в гильдии будет Рофлыч, я выйду нахуй с ним. Сколько пыли надо? Сколько пыли надо? Именно вот это. Тебе уже скрафтил. Да, и твой 9. Рофлыч лучшая сова. Ты, блять, когда босса будет? Че? Ну, вот это охуенно. Ну, у меня сын хуйни, блядь, в трейде. Подождите, в вас будет. Давай быстрее, я сейчас засну. То пивкам бахнул, блядь. Что там? Я уже... Готов? Блядь, будет фьюрис на стоим левера, понятно. Положи и лёжа. Я с этой пуляю, готовьтесь. Готов. Бам-бам-бим-бим. Хуи. Чё там, когда-то вот так. Вот сейчас, да, нормально. Веру. Надо я про него забыл одеть, ёбаный вот. Ты без язык, конечно, я хуи. Блядь, чел, ты огромный, блядь, будешь нахуй? А? Держу. Ебаные маги просто. Кинул нахуй, проебало. БТС. Ебучие маги. Я их тоже. Затрёс, ты смотри, как пампится. Ну, ебучий маг один. Второй я. Ебучие логи. Ну я в АДК просто, у меня чуть меньше. Как чуть меньше? Я спула нахуй, чуть не улетел от босса в помойку. Бывает. Вой 300 IQ. Че-то уже пора сбить, с освещения зайти. Мне же косты тикать надо, ёбаный в рот. Отошли. Вообще-то 400. Косты тикайте, блять, я забуду. В эфире в любом случае недостаточно. Да я так и понял, ну, тоже ты ёбок. Под конец скикните кто-нибудь. Блять, кто? Бледина какая-то. Я знаю кто, тот кому сказал. Не тикайте так рано, ради бога, блять, у нас сейчас люди откисать будут. Ракетку в бой Твири дал. Под самый конец этот каст кикайте. Как же мне похуй. Алло, блять, Дина, блять, чёрт с агро. Верано. На пула нету. Не хочу в БДК спекаться, блять. Да ничего не я ракетку в эфире сдал. Как мне похуй на ДПС? Представьте, где это вообще видно было? Там мне похуй на ДПС. На свой тем более. Тебе на время просто не похуй, хочешь быстрее съебаться. В смысле? Ну, похиливают фури, чтобы мы точно прошли рейд. Нахуй я его хилил, у него СС. Ну, зайдите. На нем СС. Я шарик. А я не захотел. Ой, блядь. Боже, бездри ебаный. Ой. Чего на мне, блядь, именно луч света ебаный? Попотеете, ебаный рот. Ладно, пиво. Аку 2. Пиво, боже мой. Пиво 3. Падайте, ну. 4. Надо, стой, блядь, иди переводи. Хаку, блядь. Хаку, блядь. Хаку. Блять, КД, кстати. Я сим дорезал. Кстати, блять. Минута 40. Попампим еще немножко. Попампим, дед, блядь. Эксикон изучает, реально. Блять, что ж маги такие, блядь, тонкие. Ну этот босс, это традиция просто. Чисто, блять, ран легче. Это правда. Любой босс легче. Любой. Мало ты делай, блядь. Да мало очень легче, блядь. После священной молнии зашли. Назад. А, не, нормально. Можешь вперед прийти даже, парни. Вперед прийти. Блядь, я чуть не забыл. Надо будет с ранжи кикать. Да я кикну с ранжи, у меня есть кик. Ну еще маги есть. Я разъебываю как могу. Вот это, луча не сдох. Вам уже не хватает. Бейте. А мы не хватит. Да перебежим заново сейчас до нее добежим. Да, мы сейчас сдохнем, нахуй. ББ, ребят. Я кикнул. Нет, ты не кикнул. Арислин, давай, блядь. Солянова! Я думал, там щит исчез, блядь, заниматься. На нахуй. Ну почти, чуть-чуть. Сейчас забагается, она убьет. Прятался. Чё,
Парни, первый, блин, хомом. Смотрите, надо кибо, наверное. Партерок гильдии. Ой, сайте, когда похуй. Это одно и то же. И при том, с этой хуйни никому шмот не надо, да, сейчас? Или кому-то еще? Да не нужно. Надо. Если бы не надо было, мы не пошли по нему. Куда ты идешь? Там, там трэш. Через подвал, если что, может, подвал. Сука. Найдите подземелий. Какой-нибудь подвал. На мороза хуй забили. Нахуй нужен. Пояс. Нахуй нужен. Нахуй нужен. Нам нахуй не нужен. Тебе дать? Интернет ваш ебаный. Не, блядь, реально, на РТ такой, блядь, категорически. У одного пояс говно, блядь, ну, законно. И у Артема, блядь, 260. И, блядь, я, сука, одного в спек, блядь, забираю. Да я не знаю, что я не помню, чем занимался. Я такой просто, ебать, вы что, ёбнулись, блядь, или чё? Я, главное, вот это забрал, блядь, мне похуй. Главное взять в рот. Я хочу его похилить палом, сука. Кого? А танчу его блокером, заебался уже. Ой, да нахуй тебе нужен. Не боись, у нас есть блокер. Мне просто прикольно похилить именно. У нас есть блокер. О, здорово, слякоть. Здорово. Чё, как дела? Нормально. Пампить идёшь к нам? У нас три мага. Как тебе наш состав? Какой? Три мага, аркан, файер и фрост. Что за три эксклад? Три икса. Это ты его сделал таким? Три икса с этапы. Ладно, я бы даже сказал так, энкшити сделал. Хаку, хбойчик и хсосан. На икс у всех начинается. Я что, я могу уходить, слякать, он потанчит? Ты на рогу, наверное, блядь. И вот бичи мага кикает. Просто поебу, блядь. Ой, бля, бездарности. Без хуйни. На некс пуляю. И хуйня. Ой. Только, блядь, синка нахуй, без вот этих хаосбот ракетка, блядь, чтобы... Да, я не могу по-другому. Уёбище. Жагро, тварь, блядь. Надейся, что и выдержу, блядь. Я в АДК без напуга, я сильно. Бля, я... ОП. 2-3-10 не переодел. ОП. 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 ЛП! Спам сильнее, блядь! Всё! ЛПшки кончили, всё! 6 штук было! Блядь! Я готов там жить. Ненадолго. Лукаш, что тебе, блядь, надо от меня? Иди нахуй. Молока из сиськи. Позови, блядь, им, пожалуйста. Я ещё Пета призову, блядь, чтобы он дамажил. Сиська. Чё это меня подкинуло? Куда? Синдрана подкинуло. Да пиздец, блядь, не горел. Так, зашли. Зашли. А, зашли, похуй. Блять. Так долго, блядь, просто проебало. Бам-бам, бим-бим. Бам-бам, бим-бим. Карта, карта. Не кикайте только! Ждите. Кик. Ну, блять, сейчас тут сдохнет. Блять, повезло, нахуй. Мамуля. Да то есть, блять, один хуй, блять, наконец-то сам был кикнут. У меня есть айсбаунд, кстати. У меня массакра есть, это рисы. Блин, есть. Учи новое слово. Рисын, дай сальву, пожалуйста. Да, блять, ты что делаешь, демон? Дай ему сальву реально, блять, пожалуйста. О, обалдёшь, всё, я пизду вниз. Я внизу, потому что я от бота отошёл. Если что. А. Бойчик. Под стенкой машины. Я руниками спавлю, как могу, блядь. Пули, блядь, ЛП лей давай. То ЛП надо. А, после, вот после этого заходим. После этого ЛП это в КД, блядь. Алло, возьмётся? Алло. Поближе подойдите. Алло. Блин, это почта России? Где мой заказ? СД уже 3 месяца. Белорусский.
пизду сюда. Так, все, руники полетели. А, блядь, я чуть не проебался. Тебе не Сандер стакать. Похуй. Как с английского Oblivion переводится? Пидорасники. Пидорасы. Реально. Не, я не про название гильдии, про слово. Всеобщее, зашли, 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 назад, считайте. Блин, сосед, блядь. Бля. Пицца на. А чё это баг был или чё? Я два лутанул. Я дам в конце массы. Да-да-да, ещё да, я избавал в конце. Мы сейчас под сакрами. Тоже два лутанул. Ну что дубовый нужен? Чё ты забагалось? Меня избавал, жми, жми. Я вообще купол, блядь, поставил. Купола, купола, купола. Ну вот дубовая была. Ой, мог просто в куполе поставить, купол имба. Мог просто... Купола, купола, купола. Мог просто... У Ринда осос сделать, либо провагонить, либо кару. Блядь, как огромная. Я не понял, что ты сказал. Но очень непонятно, очень интересно. Ну, я фантазия странная. Я хейтер. Отсос хейтер. Такие. Может, ты сантехник? Бойчик. Не, я точно в говне не роюсь как-то. Я что, в гильдии с Андой? После шока подойти. Ой, бля, похож. И назад только... отойти надо, парни. Ну, назад сложно. Надо нормально дать. Жалько, сосед не умер, блядь, я бы... Как соседу повезло. Гений, блядь, 2Т10, 2Т4 на хвосте, блядь. Ты чё, еблан? Ты чё, еблан? С трубой, блядь. Ты чё, двойней еблан? Ты, блядь, ниже шоколада делал. Мне ещё пец дог, блядь. И мать тоже! Вот так, отведут лучше, блять, все чилить. Просто прок, блять, пиздец. Ждать этого прока дипа, это хит. Добиваем. Кого свистит? Кого свистит? НТ, парень. ГЦ, 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 ГЦ. ГЦ. Повезло. Да, лут говна, ГЦ. Перчатки имба забираю. Блин, имба. Что это за красный луч? Что ты делаешь? Этот, Войд, ты спрашивал про Обливион, это же этот был Зелда Скролл перед этим. Перед блядь, это все охуенно, конечно, что игры там такие есть. Ну как слово переводится, блядь? Оно же как-то переводится. Пиздец, тест не играть, ну это позор, я считаю. Сляка, сляка, ты тут? А, даже до малолетних этих школьников дошла. Тихо, да заткнитесь, блядь. Гайд на этот погибель. Что там, зеленка, нихуя. Вот сначала или... зеленку, потом ничего, а потом все, что есть, не даешь. Понял. Охуенный гайд, я все понял. Да. Мне надо заявку в этот написать после рейда. Скайрим же вышел, когда ты родился. Куда? Скайрим? Да. Не. Куда? Я еще в школе играл у него. Жесть. Помню, как мы обсуждали, блядь, драконов. Обливион переводится как за...